Мы сегодня пришли в ресторан «Красота», и вот здесь напротив дом, где жили всяческие военные великие деятели. Малышев, Ворошилов, Чуйков, Щербаков, Судец, Фрунзе. Ну что ж, я думаю, они тут не скучали. Разрабатывали стратегии, тактики. Да. Вечер начнем с просека. Скажешь, красивейший интерьер. Кебаны. Необыкновенные закуски от шеф-повара со сметаной и маринованной икрой. Говорят, пробовать сразу. Ну что ж, не откажем себе в этом. Великолепно. Очень вкусно. Принесите таких килограмм. Очередной шедевр от шеф-повара. Такая оригинальная подача блюд. Зеленый не едим, это мох. Фруа-гра с трюфелем. Ну, как сказать-то, это очень должно быть вкусно. Сейчас я с вами поделюсь своим впечатлением. Находимся в гастротеатре, и сейчас нас поведут в основной зал, где будет действовать. Все будет в темноте? Нет, нет. Нет, будет свет. Просто такой передал у нас. Ага. Придает загадочность. Зайдем в зал, но будет удобнее пройти по его левую сторону. Хорошо. Так, благодарю. Как интересно. Нет, вы на это посмотрите. Только. И надеюсь, это будет вкусно. Гастротеатр. Пока очень заманчиво. Я даже не читала отзывы в интернете. Для меня сейчас будет все сюрпризом. Как и для Станислава тоже. Он озадачен. А пока самое простое – вода.
что-то космическое. Посмотрите на вилку. Это крабья лапка, клешня. А это гребешок. А вот и гамбургеры подъехали. И картошечка. Перед нами пирог с перепелкой, черной смородиной, лисичками и трюфелем. Насладиться комплиментом от нашего шеф-повара в виде конфет. Мы начинаем с вами с желтой. Это конфета на основе белого шоколада и... Что мы сходили в великолепный ресторан. Называется «Красота». Это интересно, ни разу в таких заведениях я не была. Станислав, тоже посмотрите камеру, Станислав. Да я все подарки распихиваю. Все было... чрезвычайно вкусно, интересно, познавательно, приятный официант. Едут машины. В общем, мы прекрасно провели время. Сытые, пьяные, нос в табаке. Даже на прощание сигаретку выдали. Вот такая визиточка этого ресторана. Ну, было очень приятно, весело. Такие спичечки и вот такая сигареточка. Все было. А, еще нам выдали вот такие вот подарки с конфетами. В общем, мы приятно побалдели. И хоть сначала порции были не такие большие, как нам казалось должно быть, в конце концов мы наелись. Это сколько было? Да, это такие вот питательные вещи. Да, были питательные блюда. Краб. Их было много на самом деле. Краб, и гребешок, и куропатка. Все было очень много и интересные. Растительные. Ой, я попала в собянинскую плитку каблуком. Растительное мясо, это интересно. Мы шкурит, осуждаем. В общем, было все очень интересно. В гастротеатре мы были первый раз. Рекомендую. А здесь еще люди отдыхают. Вообще, конечно, Москва гуляет в любой день недели. Всегда все красиво. Последние деньки лета. Всегда очень немного грустно, но неизбежно. Консерватория. Кто-то поет грустно Агутина. Любимая кофемания на века. Любимый Чайковский. Это уж точно на века. Это вам не кофемания. Только веранд открыта у летом. Все всегда забито полностью. Только людей отдыхает. Работая в центре, ты этого не замечаешь. А так вот прям люди стремятся после работы отдохнуть, вкусно поесть, коктейльчик, потрещать. Летом Москва вообще лучший город Земли на самом деле. Да. А когда я ухожу с работы, еще ничего нету.
Здесь, конечно, инста такие, инста-ресторанчики. Но все равно основной контингент девчонки. Все как Москва, да, гудит. Да, сегодня лишь вторник. Сегодня лишь вторник. Так и все еще никто не работает. Вот мы в Токио любим с Наташкой ходить. Мы здесь как бы еле пили и встретили Бородина. Помнишь, такой Бородин? Был депутат. Вот он нам в уши налил. Просто еле убрались. А здесь раньше была рюмочная, в которой выпивали студенты консерватории. Элитный винный. Тоже ресторан «Луна». Все его обожают. Ну, мы с тобой ходили, но я бы не сказал, что на пятерочку. Бывает и повкуснее. Пушкин, например. Да, мы тогда неплохо зашли. Да. Ресторан «Армения». Везде все сидят и едят. Круглые сутки все едят.